Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Роман Світан, це військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу, з яким ми поговоримо про актуальну ситуацію на фронтах. Пане Романе, вам вітання і слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Почнемо нашу розмову, напевно, із того, що про що говорять зараз в Україні, про що говорять зараз в усьому світі, обговорюють зараз удари по російському складі у Тверській області. Написали аналітики ЄСВ про те, що продовження таких українських ударів по тилових російських логістичних об'єктах, у тому числі, окрім, звісно, знищення складів з боєприпасами, ну і самих, відповідно, об'єктів, де вони розміщені, призведе до оперативного тиску на російських військових. Як правильно досягти цього ефекту для повноцінного тиску, щоб завдавати ударів максимально болісно, як, наприклад, було з цим самим ударом по російському складу СБК у Торопцю? Ну, это стратегический склад стратегического вооружения, то есть там подземные бункера довольно-таки хорошо были прикрыты бетоном, но не выдержали удара, скорее всего, ракетой, вряд ли это вторичная детонация, вскрыть вторичной детонацией невозможно практически подземный бункер. Я думаю, все-таки была боевая часть именно бетонобойная, то есть противобункерная ракета или одна, или несколько ракет зашло и подорвало склады уже под землей. А то, что оперативное в этом, это как раз склады, которые над землей, то есть на земле находились. Это так называемые транзитные склады. Там в основном идет перегруз ракет, перегруз средств поражения авиационных бомб, КАБов. И это было тоже одной из целей. Одной из целей выполнения нашей задачи. Потому она была выполнена однозначно. Молодцы ребята, те, кто готовили, Главное управление разведки, служба внешней разведки, служба безопасности, естественно, производители дронов и ракет. Скорее всего, ракеты все-таки использовались. Дроны могли использоваться для отвлечения внимания ПВО противника. Она там была довольно-таки эшелонирована, то есть толковая система противовоздушной обороны от панцирей до С-400. А вот количеством дронов мы превысили коэффициент пресечения системы, и она не успела перезарядиться и пропустила ракеты. И это моя, по крайней мере, версия, как я ее сейчас вижу, как это могло бы быть. Где-то примерно так. То есть такая массовая и эшелонированная атака. Может, даже использовались ракеты-постановщицы помех. У нас есть и ДМ-160, которые очень хорошо себя показали. Дальности позволяют. А беспилотников дальности ракет ADM, она больше 500 километров идет. И некоторые ракеты, которые у нас должны уже, в принципе, быть, те же «Громы», если они использовались, это баллистическая ракета, в принципе, тоже за 500 километров может достать, а примерно торопец это и есть. Но в качестве оперативного склада, если его использовать или как-то его учитывать, то это только направление именно северное, то есть это Курское направление. Вот они питали курские операции как раз с этого склада, как оперативного. А со стратегического они работали в основном на авиации, то есть в основном авиационные бомбы. На это уже, конечно, масштабная работа. Для того, чтобы оперативно, вернее, с точки зрения оперативных складов, россияне почувствовали недостаток их, почувствовали давление на линии боевого соприкосновения, нам надо таких складов уничтожить, ну, не один десяток, имеется в виду оперативных. Стратегических их чуть больше десятка, но мы до всех них не доберемся, там есть дальности из-за Урала. А вот та часть, которая до Урала, надо однозначно пробовать добираться, но для этого надо разрешение наших партнеров на использование их средств поражения, ну и сами средства поражения. То есть нужны ракеты, те же «Атакамсы», те же «Storm Shadow», «Скалпы», «Таурусы», те же «Джазмы» для F-16, крылатые ракеты, чтобы можно было ими работать. В идеале, конечно, это «Томагавки». Вот «Томагавки» с такими складами разбираются на раз, два, три. Но это, скорее всего, следующий этап наших отношений с нашими партнерами. По «Томагавкам» должны разговаривать, я думаю, уже начинать. Это как минимум. Оперативный склад, в принципе, несколько десятков есть на дальностях до 300 километров. И если масштабировать такого рода удары, и ракетами даже «Атакамс», которые мы, в принципе, можем получить от наших партнеров, то тогда будет довольно-таки серьезное давление на российские
войска на линии боевого соприкосновения не просто не смогут проводить наступательные операции. Оборонительные смогут, наступательные нет. Потому надо масштабировать, мультиплицировать, увеличивать географию, то есть по-разному подходить, креативить и пытаться уничтожить оперативные склады. Кстати, вот недавно были уничтожены в Воронеже оперативный склад, под Мариуполем был оперативный склад уничтожен. То есть это, в принципе, происходит и так. Мені от цікава їхня була позиція на оці вибухи, які лунали на складах в Торопцю, тому що як тільки почало вибухати, вийшли їхні представники місцевої влади, і давай там записувати відео на фоні цих складів, де говорили, що система протиповітряної оборони їхня спрацювала відмінно, все окей, і на цьому фоні вибухає величезна хмара. Я нагадаю для наших глядачів, що вона була настільки великою, що її бачили з космосу. Який сенс, ну, тобто таке неможливо прикрити, який сенс брехати, чому просто не заявити, що, ну, так, детонації є, це проблема, але вона вирішується. Тут натомість вони знову прикриваються блискавками, там якимось громами і так далі. Для чого? Ну, скорее всего, они пытаются придумать новый вид беспилотных летательных аппаратов или средств поражения. Это дальнобойные осколки беспилотников украинских, которые приводят к детонации 30 тысяч тонн боеприпасов. Ну, это, конечно, в режиме сарказма. То есть, да, понятно, что обломками беспилотников привести к такому бадабуму, ну, это невозможно. Тем более подземное хранилище. Там бункера довольно-таки серьезные. Естественно, попытки властей сначала приспокоить население, они, в принципе, понятны. То есть у любой власти задача удержать население от паники. Потому что если начинается паника, уже никакие власти, никакие силы не помогут. Люди начинают разбегаться, там сотни тысяч людей. Потому они пытались удержать людей, хотя с точки зрения как раз выполнения задачи сохранения жизни гражданскому населению, наоборот, им надо было организовывать, то есть организовывать эвакуацию сразу сходу, рассказывая, каким последствиям могло бы привести полный подрыв всего склада. То есть им надо было не успокаивать людей, а наоборот ставить задачу по выезду, и чем быстрее, тем лучше. Тут здесь сработали в этом смысле, конечно, не оперативно, не профессионально. Почему? Потому что гражданские руководят этим направлением. Это уже поле боя. Радиус в 500 километров – это уже реальное поле боя. И россиянам надо уже переводить в режим таких военных администраций, а оптимально, конечно, комендатура, объявлять военное положение по всем западным областям Российской Федерации, можно вообще объявлять во всей европейской части Российской Федерации, до Урала военное положение переводить, иначе такие взрывы, они будут однозначно мультиплицироваться, мы уже о задачах с вами говорили, они будут приводить к большим человеческим жертвам постфактум, то есть постапокалипсических таких ударов. Они могут быть. Почему? Потому что вторичная детонация такого рода, такого количества боеприпасов может приводить к очень большим поражениям. Ну, будемо сподіватися на те, що їх насправді буде тільки більше і більшатиме з часом. А на цьому фоні білоруський Гаюн написав, що російські військові вже почали підготовку до спільних стратегічних військових навчань з Білорусію, які називаються «Захід-2024». Це насправді щорічні їхні навчання, тобто тут нічого немає, але чи є чим це все проводити? Тому що, і який сенс, зрештою? Тому що все, що їм зараз потрібно, це техніка і людські ресурси, якими вони можуть продовжувати свої наступи дії на Донеччині. І точно так само ті самі ресурси їм потрібні зараз на Курщині для того, щоб відбивати наступальні операції наших сил оборони. Але вони вирішують відправити їх на якісь показові навчання «Захід-2024». Ну, як мінімум, білоруські війська в них можуть участвувати, це несколько десятків військовослужащих. Тобто вони можуть участвувати в цих учениях, которые, в принципе, должны быть, это плановые учения, может быть, проверки, полугодовые, годовые проверки, плюс учения, естественно, ежегодные. А присутствие российских войск, оно может быть урезано до участия, допустим, срочников. Срочники могут также участвовать в учениях, подтверждая эту статус союзного государства российско-белорусского, и не более того. Потому от них, конечно, не надо ждать ничего
необычного. Будут такие же учения, как и в прошлом, как и в позапрошлом году. В основном больше похоже на КШУ, так называемые, командно-штабные учения, которые проводятся с участием и войск в том числе. Небольшого объема и больше, наверное, для галочки, чем для, или самоуспокоения, чем для подготовки к выполнению боевых задач в будущем. Угу. І ще от теж цікава тема, яка стосується того, що відбувається на Курщині зараз і на Курському напрямку. Загалом у нашому керівництві повідомили, що контрнаступ Росії, який вони починали з метою відвоювання території, яка перебуває під контролем українських військ в Курській області, зупинена. Але чи можуть зараз російське керівництво кинути на Курський напрямок ще більше сил? От вони зараз спробували і зрозуміли, що теперішніми силами відвоювати свою область не виходить. Тому, відповідно, можна зробити соціологічний висновок для них. Треба збільшити кількість людей, техніки, боєприпасів, яка на це виділяється. Чи є зараз ресурси зробити це? Ну, ви правильно говорите. Ресурси. Ресурси зараз всі російські задіяні на Восточному фронті. Поки погода не накроє цю вакханалію російську під Донецьком, під Покровськом, вони будуть там використовуватися. Тобто і у них немає достатнього кількості ресурсів для того, щоб остановити наше продвіження на Курщині на даний момент і виконання нашої задачі, одна з яких якраз зв'язуюча операція, тобто сковуючі дії, к которым, в принципе, эта операция и приводит. Мы сковали боями несколько десятков тысяч россиян на этом направлении. Хотелось бы, конечно, больше, но вряд ли россияне, пока погода не поразгоняет россиян на Покровске, осенне-зимние дожди, пока они будут, естественно, топтаться именно там, в районе Донецка. А вот если начнутся реальные, серьезные проблемы с погодными условиями на Восточном фронте, у них освободятся дополнительные ресурсы, тогда они их перебросят на Курское направление. Вот тогда можно уже говорить о реальных контрнаступательных действиях. Пока неделя, то, что они там возились, заползли в этот котел, форсировали все им, в принципе, очень с плохой позиции, начали, попытались атаковать, там зашли в Снягость, дальше пытались двигаться в сторону Любимовки, и остановили эту штурмовую их роту, разбили ее практически. В это же самое время наши войска начали операцию по ударам в тыл и фланг этой группировки, то есть со стороны Веселого на ту же Глушкова. То у россиян тут больше проблем создалось с этим, только не контрнаступлением. До контрнаступления им, конечно, далеко. Им надо еще несколько десятков тысяч войск туда перебросить контратаками по некоторым направлениям, которые привели к определенной положительной динамике на восток, но и создали большие проблемы на западе, юго-западе, в районе того же Веселого. Россияне это прекрасно понимают, я думаю, они будут сейчас переформатироваться, искать где-то дополнительные резервы, может быть, перенацелят некоторые части, которые у них там сейчас есть, под выполнение другой задачи, ну, как минимум, не в котле, они могут где-то под Рыльском, может быть, усиливаться, двигаться там в районе того же Коренева, то есть попытаться остановить наши войска, которые сейчас движутся в сторону Сорганки, в сторону Сейма. Вариантов там много, как они могут еще действовать, но реальных контрнаступательных действий у россиян до того, пока они не снимут несколько десятков тысяч войск Восточного фронта, там просто не предвидится, нечем. Або поки вони їх не наберуть, зрештою. Тому що The Wall Street Journal написали про те, що Міноборони Російської Федерації тисне на Владимира Путіна, аби той оголосив про мобілізацію. Але пишуть вони про те, що він не йде на цей крок, бо це може вплинути на сприйняття росіянами війни, а відповідно і на рейтинги самого Путіна. Але для поповнення ресурсів, тобто втрат, яких росіяни зазнають на різних ділянках нашого фронту і на Курщині, зокрема, їм цей крок просто необхідний. Чи готові вони його здійснити, чи готові вони на нього піти, чи вони надалі от будуть покладатися на контрактників і добровольців, як того вимагає Путін на цей момент? Принаймні, от в такому ключі про це пишуть The Wall Street Journal. Ну, я би поспорив по поводу необхідності, по крайній мірі, на цьому етапі, на етапі перед осінньо-зимніми кампаніями. Дело в том, что пока еще больших проблем с постановкой в строй, мотивацией профпригодных бойцов у россиян нет. Они подняли денежное довольствие с 200 до 400 тысяч в месяц рублей.
они подняли так называемые вступительные взносы с 10 до 20 тысяч долларов за подписание контракта. У россиян на территории России больше 1000 городов. Они теряют пусть 1000 террористов в сутки, но они эту 1000 каждый день ставят в строй. Каждый город по одному террористу. И вот вам 1000 террористов российских федерастов, которые могут встать в строй, и их становят в строй. То есть технической необходимости на данный момент для выполнения тех задач, которые они сейчас выполняют, у них нет. Естественно, Путин не пойдет ни на какую мобилизацию, если пока жареный петух не начнет клевать его лысину. А вот это уже было в 22-м году, когда он потерял практически половину вооруженных сил, которые зашли в тот момент в Украину, и ему надо было срочно ставить в строй бойцов, потому что намечалось наше контрнаступление. И они пошли на непопулярный шаг, очень сильно плевались от него. Почему? Потому что потеряли сотни тысяч этих частично мобилизованных, потеряли, что главное, потеряли тысячи единиц техники. Почему? Потому что люди из-под палки, поставленные в строй, не мотивированные, не профпригодные, они угробят технику. То, что сами угробятся, это ладно, технику угробят, что они и сделали. Потому для Путина, чтобы еще раз пойти на такой шаг, ну, это надо слишком большие проблемы создать на линии боевого соприкосновения. Пока не видно на данный момент, по крайней мере, пока не видно таких проблем. Потому я поспорил бы с уважаемым изданием в их аналитических выкладках. Может, они что-то знают, что я не знаю? Тогда это другой вопрос. Это может быть участие наших партнеров в большом, то есть поставках большого количества дальних средств поражения, да вообще систем вооружений. Это да, тогда вопросов нет. Тогда Путину придется, если сейчас в 3-4 раза увеличить количество поставляемых боеприпасов, ракет, техники в наши войска, Путину тогда придется, конечно, включать механизм этой мобилизации. Он очень невыгоден ему, он прекрасно понимает, что пойдет обратная волна от родственников тех поставленных в строй из-под палки военнослужащих, а тем более, когда пойдет еще волна гробов. Одно дело, когда хоронят или, по крайней мере, забывают, ставят крест на мотивированном, то есть человека, который сам пришел, россиянина, который сам пришел воевать. И другое дело, когда пойманных на улице, бусифицированных россиян загоняют в строй, и они гибнут и возвращаются обратно. Ну от паралельно з цією історією розвивається, до речі, також і той факт, що Путін дав доручення збільшити кількість армії своєї до понад 2 мільйонів осіб, з яких там понад 1,5 мільйона це будуть виключно військовослужбовці. Чи можливо це? Тобто, чи це їм вдасться, зважаючи на підготовку, на місця забезпечення і так далі, і чим це може загрожувати? В любой армии мира армия состоит из двух типов привлеченного населения. Это военнослужащие, которые непосредственно в основном под контрактом или, допустим, срочники, но они являются военнослужащими в армии, и служащие армии, которые не являются военнослужащими. Это от уборщиц до счетоводов, ну, примерно для понимания процесса. Так вот, Путин пытается увеличить количество военнослужащих в российской армии уже третий год до 1,5 миллиона. Вот он пытается, у него не получается. Они ставят строй, они выделяют определенное финансирование, выделяют клетки так называемого в служебных записках. Но не получается поставить. Ровно столько, сколько они ставят, ровно столько мы их уничтожаем. Потому вот эта третья попытка догнать до уровня в 1,5 миллиона россиян, которые станут в строй, и она в очередной раз провалится, как были провалены до этого две таких же такого рода попыток. Почему? Потому что они их тут же загоняют на убой, на линию боевого соприкосновения, их теряют. Я думаю, следующий год, где-то в такое же время, сентябрь-октябрь, мы с вами тоже будем проговаривать о четвертой попытке до 1,5 миллиона увеличить личный состав военнослужащих в российской армии. А служащих, гражданских, грубо, в армии, которые выполняют некоторые задачи, они могут увеличить, в принципе, на любую сумму. Вот они как раз и сейчас увеличивают там до 2 с чем-то миллиона в российскую армию, как раз в основном за счет именно вот служащих, увеличивая, ну, или задачи, или, по крайней мере, ареал их обитания.
Але якщо говорити загалом за збільшення, навіть якщо ми розглянемо цю ситуацію з тим, що Путін планує вже там третій рік умовно збільшувати свою армію, і якби він видав цей указ вперше, і відповідно процес цей запустив би в роботу, скільки на це часу потрібно? Чи це розраховано на коротку строкову перспективу, на середню строкову, чи відповідно на гру вдовгу? Нет, дело в том, что увеличение, допустим, увеличение количества военнослужащих, я почему именно акцентирую внимание на военнослужащих. Военнослужащим нужны клетки, то есть клетки, которые они потом будут попадать как военнослужащие в воинских частях. В некоторых воинских частях можно увеличить, допустим, количество военнослужащих, там за счет какого-то процента. Но реально, чтобы увеличить там на 100-200 тысяч, это значит, надо создавать новые воинские части. А воинские части иногда создаются годами. Вот реально годами. Потому сказать, что это на короткую перспективу, так точно нет. То есть это как минимум на полгода, а то и на год, а может быть и на несколько лет такого рода планы. Так вот они создать их не могут. Они не могут создать новые воинские части. Российских ведь в строй-то они ставят, только им приходится поставленных в строй заводить не на клетки в новые части, а попытаться восстановить потери в тех частях, в которых они сейчас на данный момент есть. То есть вот, такое, вот такая текучка кадров, я бы так сказал. Потому они, сколько бы ни пыжились на данный момент создавать новые части, быстро они их создать не могут. Почему они третий год их создают, а они создать их просто не могут, потому что у них не хватает профессионал. У них есть определенная узкая горлышко в системе мобилизации и подготовки личного состава. Они могут подготавливать ну, где-то в полугодие до 150-180 тысяч ставить в строй. Вот это как раз срочная служба, то есть она запущена по этой схеме. Параллельно с ней еще будут примерно такое же количество, только уже не срочников, а уже контрактников ставить в строй, но не больше. И вот не получается у них просто подготовить новые воинские части. Они развернули вроде два военных округа, ленинградский и московский. Они наполнить их не могут. Площадки развернуты, клетки есть в служебном расписании. А наполнить просто не невозможно, потому что слишком большие потери на фронте. Угу. Ну от мені здається, що зараз їхнє головне завдання – це от сконцентрувати їхні зусилля і всю увагу на тому, що відбувається в Курській області. І ми бачимо, що їхні зусилля, вони не мають успіху в плані вибиття сил оборони з території їхньої країни, але все ж, якщо ми розглянемо Курську область як частину великого плану, чи можуть ці території стати буферною зоною після закінчення бойових дій? Чи ми ж так розуміємо, що для їхнього утримання треба певна кількість військовослужбовців, які мають залишатися там безпосередньо весь час? Нам давно треба було ламати архітектуру фронту. Нам росіяни нав'язали расположение фронта невыгодное для нас и выгодное для россиян. Они развернули фронт на юг от Москвы. Вот вы посмотрите на расположение фронта. Ну, грубо, мы стреляем от Москвы на юг, на восток, на юг, то есть в сторону Ростова, в сторону Керчи, в сторону Мариуполя. Это все ж от Москвы. Так вот, для того, чтобы реально развернуть и сломать архитектуру фронта и выстроить ее заново, под нас, наши задачи, мы должны стрелять в сторону Москвы. Почему вот полетели, наконец-то полетели ракеты, беспилотники на север. Не на юг, а на север, в сторону столицы, вместо принятия, в намоленное, так сказать, россиянами место, вместо принятия решений, на Рублев, в сторону Рублевки, по крайней мере, я думаю, доберемся и до нее. То есть вот это основная задача. Ее можно выполнять, в принципе, с любой точки, то есть с нашей территории, с российской территории, дальние удары. А вот непосредственно задача уже обороны, опять же, та же самая картина, архитектура фронта. Мы должны и наступать, и обороняться от России по всей границе. А вот у нас получалась война такая интересная, за Оскольское я ее постоянно называл. До Оскола не воюем, грибочки собираем с цветочками, а за Осколом только начинаем воевать, от Купянска и дальше на юг, в сторону Мариуполя. Так не бывает, когда идут масштабные боевые действия, когда две страны воюют друг против друга. То есть 600 километров границы, это должны стать 600 километров фронта. Оптимальный вариант – линию боевого соприкосновения, систему
фортификационных сооружений, а также линии, полосы обеспечения, минные поля. Это все лучше создавать на российской, на чужой территории, чтобы мины, которые мы в конце концов закопаем в российскую территорию, они потом их еще лет 50 из нее выковыривали. Не в свою, не в украинскую территорию. Разрушать не украинские города, не украинские села, а российские деревни. И пусть они их и разрушают. Они сейчас, пытаясь контратаковать или, по крайней мере, проводя некоторые атаки, они же разрушают свою же территорию, забрасывают минами земледелие, у них работает от дистанционное минирование. Они российскую территорию забрасывают. Потому вот эта задача основная, ну и, естественно, для создания определенной буферной зоны, в зависимости от ее ширины, мы должны удерживать часть российской территории, исходя из географических некоторых положений. Где-то река, где-то высота, где-то в топе, болото, ну, в зависимости от возможностей, это уже командиры оперативного уровня принимают решение, где им удобнее находиться для режима обороны после выполнения задач уже наступателя. То есть оптимальный вариант по Курщине – это вообще левый берег Сейма. Река Сейма берет свое начало в Белгородской области и дальше идет через Курскую, заходит на Курск, потом идет мимо того же Курчатова, Курской атомной станции, Льгова, Рыльска, там потом петлю делает до Глушкова, на Теткино, и в районе Теткино заходит дальше в Украину. Так вот, левый берег Сейма, нам оптимальный вариант как раз его удерживать, прикрывать Сумскую и Харьковскую области как раз вот по левому берегу Сейма. Это оптимал. Потому, исходя из таких не стратегических, а тактических, можно так сказать, задач, нам надо как раз весь левый берег Сейма взять под контроль. И Сеймом прикрываться – это оптимальный вариант. В этом варианте мы будем использовать для обороны очень малое количество войск. В раза в 5-7 меньше, чем нужно для наступления на этом районе. Ну і на завершення, питання, яке стосується того, чого очікувати нам взимку. Цю зиму називають однією із найскладніших або найскладнішою навіть у нашій історії, з моменту, звісно, по повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, але за прогнозами експертів, яких опитала моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини, взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня. Як справлятися із цим цивільному населенню, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, люди собі гуртуватимуться, в кого є різноманітні зарядні там станції і так далі, але це так чи інакше, ці відключення впливатимуть на військово-промисловий комплекс нашої країни. Чи ці відключення зможуть вплинути на нього кардинально настільки, щоб його зупинити? Бо як ну не зупинити, а суттєво призупинити його роботу, тому що як тільки почалися ці удари по українській енергетиці, одразу ж американці виходили з заявами і говорили про те, що це впливає на український ВПК. Як от зараз із цим і чого нам очікувати взимку? Треба провести определенний аудит потребителей. Причем потребители не критического уровня, которые не нужны для Украины. Начиная от майнинга криптовалют, ферм очень много, они жрут электроэнергии немерено, причем никто их не отключает, самое интересное. И заканчивая некоторыми металлургическими заводами, которые работают в режиме СПЦ, то есть сталеплавильных, электросталеплавильных цехов и подразделений, когда используется для плавки, вернее, варки стали, используется электроэнергия, хоть, допустим, в дуговой, в электродуговой печи или в индукционных печах. Это очень много у нас таких подразделений и таких заводов, которые тоже иногда работают без отключения. Отключают целые города, но заводы никто не отключает. Потому здесь надо провести вот такой сначала аудит, а здесь прямое участие некоторых олигархов, которые не дают возможности или с помощью своих сателлитов или своих участников процесса, они влияют на принятие решения. То есть надо брать под полный государственный контроль генерацию и перераспределение электроэнергии. Это давно надо было уже сделать. И в первую очередь, естественно, снабжать электроэнергией гражданское население, а уже потом все остальное. Если надо, переводить на другой режим работы эти предприятия, тогда, когда
есть определенный профицит электроэнергии. То есть пусть они подстраиваются, а не гражданские люди, особенно зимой, будут подстраиваться, допустим, под работу этих потребителей. Вот с этого надо начинать. А потом надо понимать, почему у нас до сих пор не запущено большое количество переданных нам газогенераторов, которые могли бы как минимум рассредоточить генерацию электроэнергии, попытаться, допустим, уйти от централизации генерации. То есть очень много таких моментов. Опять же, здесь чувствуется рука как минимум нескольких олигархов, которые генерируют, ну, сами участвуют в генерации, тепловой генерации. То есть угольный – это тот же ДТЭК. Некоторые другие виды генерации сейчас носятся с зеленой электроэнергией, так называемой, очень дорогой, в 10 раз дороже, чем атомная энергетика. Но, тем не менее, вешают на потребителей, в основном на гражданские лица, оплату этой энергетики, которая абсолютно не нужна и вредна на данный момент. У нас нет достаточного количества балансирующих мощностей для того, чтобы эту электроэнергию удерживать в нужной частоте и мощности. То есть есть вот эти моменты, и пока мы не зачистим от олигархов, не зачистим нашу энергетику, не вернем ее обратно в государственное управление, причем поставить надо серьезных менеджеров, не те, которые себе по 40 миллионов гривен выписывают премии и уходят, а людей, которые понимают, что идет сейчас война, и основная задача выжить нашей нации, выжить нашему государству. То есть здесь должен быть еще подход и постановка строй людей патриотически настроенных, профессионалов, но патриотов, которые будут на данный момент понимать, что они воюют против противника, против России, участвуя в генерации и перераспределении электроэнергии, прикрывая гражданское население от той незавидной участи, которую могут им организовать наши противники. Пане Романе, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цієї розмови. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Кажемо вам до зустрічі. До свидания.